Казахстан готов принять этнических казахов, которые являются гражданами Украины. Об этом заявил заместитель премьер-министра Ералы Тохжанов. В свете последних событий посольство устанавливает связь с диаспорой. Она насчитывает до 10 тысяч человек. Вице-премьер отметил, что данные эти приблизительные. Если желание будет приехать в Казахстан, в этом направлении, в принципе, Казахстан тоже будет оказывать возможность содействия. По предварительным данным, где-то от 7 до 10 тысяч, там, я думаю, посольство сейчас будет уточнять, но, возможно, они выехали пока сейчас это в другие регионы, и вы знаете, что и во Львов, и ряд Харьков многие в свое время туда выехали, поэтому идет уточнение. Есть группа граждан, которые выехали уже за границу, поэтому, конечно, это все будет уточняться. Заместитель премьер-министра отметил, что полная эвакуация казахстанцев из Украины может занять еще около недели. Процесс усложняет ситуация на границе, а также комендантский час внутри страны. Сейчас уже вывезли 299 человек. Сегодня ночью ожидается прибытие еще 145 казахстанцев. Одновременный выезд наших граждан был вопрос непростой. Поэтому более 800 тысяч это граждан, которые хотели тогда выехать. Это же кроме наших граждан и много других. Поэтому ряд таких организационных вопросов возникали. Но Министерство иностранных дел и посольством были приняты все необходимые оперативные меры. Поэтому в отношении наших граждан сегодня как бы, значит, в этом направлении гарантийная работа идет. В течение недели, я думаю, полностью можно будет закрыть. Я думаю. Да, то есть Казахстан полностью готов. Единственный вопрос как раз упирается в отношении до пересечения государственной границы.